Во втором матче предварительного этапа Кубка Сибири и Дальнего Востока памяти Ольги Ивановой «Приморочка» со счетом 1-3 уступила «Амичке», представляющей Суперлигу. Имея двукратное преимущество и к первому, и ко второму техническому перерыву в первой партии, «Приморочка» довела дело до уверенной победы 25-20. Во втором и третьем сетах доминировала уже «Амичка», а дальневосточницы лишь изредка сокращали отставание. В четвертом периоде дебют вновь остался за «Сибирячками». Но к середине отрезка «Приморочка» сравняла счет 17-17, но вот перевести игру на тайбрейк не смогла.